Добрый день, меня зовут Марина Сафронова, и я художник-фотоиллюстратор. Моя специализация и страсть – это рисование десертов. И на моих уроках вы научитесь, как можно нарисовать аппетитно яркий десерт на простой линейной форме. На базовом уроке мы с вами познакомимся с теми методами и приемами, которые будут использованы в основных уроках. Я расскажу о хитростях рисования именно фотоиллюстрации, что важно, что нет. Я научу, как справляться с неточностями и ошибками, что критично в рисунке, а что нет. А самое главное, что вот такая роскошная работа у вас получится на минимальном цветовом наборе. Расскажу, как использовать в работе принцип теплохолодности, как цвет нам помогает строить форму и впечатление. Твое отношение к простым формам и десертам уже не будет прежним.